Глобальная криптовалюта будет менее затратна, чем биткоин, и более понятна. Такую мысль высказал Гарри Кон, бывший президент Goldman Sachs и до недавнего времени глава Национального экономического совета президента США Дональда Трампа. «Я не особо верю в биткоин, но я очень верю в технологию блокчейн», сказал Кон и добавил, что это будет более понятная криптовалюта, которая, возможно, будет использовать технологию блокчейн. Однако будет гораздо очевиднее, как она создается, как перемещается и как люди могут ее использовать.